Наверное, каждого из вас хоть раз в жизни волновал такой вопрос: можно ли влюбить в себя другого человека? Интересно, как вы отвечали на этот вопрос? Конечно, всем нам хочется, чтобы было так, чтобы мы могли по щелчку пальцев влюблять в себя любых людей, которые нам понравятся. Потому что самая глобальная проблема в мире, да, это неразделенная любовь. Я вам сегодня буду рассказывать способ, которым реально с помощью силы мысли можно повлиять на то, чтобы человек, которому нравился, воспылал к вам любовными чувствами. С вами Елизавета Волкова, и вы на канале «Сила мысли». Поехали! В нашем мире считается, что невозможно влюбить в себя другого человека. Люди говорят, что невозможно заставить любить. Я не планирую вам рассказывать, как гипнотизировать людей или подавлять их волю. Все будет намного гуманнее. Мир меняется, и все больше и больше людей осознают то, что наш мир не такой уж материальный. И существует нечто за гранью материи. Особенно поражают открытия квантовой физики, которые говорят о том, что реальность существует только в нашей голове, а мир и вовсе иллюзорен. Мой канал «Сила в мысли» полностью посвящен тому, чтобы рассказать о том, как наше сознание меняет нашу реальность. Сознание — вот из чего состоит реальность. Наш мир полностью субъективен. Все, что мы видим, является плодом нашего воображения. Наши мысли определяют то, что с нами происходит, и то, что с нами случается. Наши мысли определяют то, кем мы являемся. И в этом видео пойдет речь именно о том, как влюбить другого человека именно с помощью силы своего сознания. Вы не будете менять эту реальность физически, то есть вы не будете подходить к человеку и что-то ему там внушать силой мысли. Нет. А вы будете менять свое сознание. А если вы измените сознание, то по закону квантовой физики что? Изменится реальность. Правильно. Соответственно, вы увидите в своем мире то, что этот человек в вас влюблен. Это сложно для понимания, но надеюсь, что наука еще к этому придет и это докажет. А сейчас мы просто будем этим пользоваться, даже пока если мы не знаем, как это происходит технически. Что касается способности влюбить в себя человека, то, вы знаете, с помощью сознания влюбить человека — это единственный способ, который я, в принципе, знаю. Других не знаю. Если вы знаете, пишите в комментариях. Вы не сможете влюбить в себя человека, если вы просто начнете красиво выглядеть, хорошо одеваться. Вы не сможете влюбить в себя человека, если вы начнете менять свои качества, улучшать свои качества. Все это смешно, конечно, и такого не бывает. Вы сможете влюбить в себя человека только если вы поверите в то, что он у вас влюблен. Но об этом дальше. И принцип первый, как можно влюбить в себя другого человека, это осознание себя как человека, в которого влюблен другой человек. То есть у вас должно быть самоощущение себя такое, что в вас влюблены. То есть если вы не чувствуете, что в вас влюблены, вас не будут влюблены. Понимаете, о чем я говорю? Чтобы разобраться, как вы себя воспринимаете, есть такое упражнение. Вы можете делать его письменно. Вам нужно понять, каким вы самого себя представляете, саму себя ощущаете. То есть опишите, как вы себя видите внешне. То есть считаете вы ли себя красивой или нет. Ну реально, только честно. Признайтесь самому себе, каким вы себя ощущаете. Чувствуете ли вы, что вы достойны любви? Ощущаете ли в то, что вы очень сексуальный человек, сексуальная персона? Ощущаете ли вы, что у вас очень много качеств, за которые можно вас любить? Именно вот этот вот набор осознаний, какой вы есть, очень сильно влияет на отношение других людей к вам. Поймите, если вы будете уверены в том, что вы красивый, сексуальный, прекрасный, у вас супер качества, которые достойны уважения, и вы достойны серьезной любви, вы достойны того, чтобы люди вами восхищались, то что, конечно, так и будут к вам люди относиться. Все мысли, которые есть у вас в голове про самого себя, точно так же мир их отобразит. Вот в чем сила мысли. В том, что ваши мысли строят вашу реальность. То есть, что хотите сказать, что так все так просто? Конечно, все так просто. Но не все так просто, как кажется. Это очень сложно сделать на самом деле. Только попробуйте. Попробуйте полностью перестроить ваш портрет самого себя у себя внутри. Начните воображать себя человека, в которого влюблены. Если вы девушка, представьте, как вы крутитесь в платье, как вы сексуальны, какие у вас красивые волосы. И увидите внутренним взором, как восхищаются вами люди противоположного пола. Ощущаете ли вы в такой момент себя девушкой, в которой влюблены парни? Конечно, ощущаете. А что делать, если у вас комплексы? Ну, вас просто никто не полюбит, если у вас есть комплексы. Либо вас полюбит человек, у которого тоже есть огромные недостатки. Но вы же наверняка влюбились в кого-то, кто для вас идеален. Поэтому сейчас внутри себя станьте идеальным партнером для своего человека, в которого вы влюблены, которого вы хотите влюбить в себя. То есть воображаете, как будто вы просто идеальный спутник для того человека. Представляете, как вы обладаете всеми теми качествами, которые тот человек ценит.
У вас уже есть все, что он ценит. Причем вы сами с собой остаетесь, да, вы ничего не меняете в себе, вы меняете только внутреннее осознание себя как идеально подходящему тому человеку. То есть это, можно сказать, даже самообман. Но через такой самообман вы выстраиваете свое сознание, выстраиваете свою новую реальность. И в этом секрет силы мысли. Здесь хорошо подойдет такая практика, как визуализация. Но визуализировать вам нужно самого себя. То есть вы закрываете глаза и представляете себя, ваше ощущение себя, и представляете, какой вы классный, какой вы красивый, какой вы интересный, как вы держитесь в обществе. И вы видите, что человек, которого вы хотите в себя влюбить, он вами восхищен. Он смотрит на вас такими большими глазами и смотрит и думает: какая красивая, или какой классный. Вот, этой визуализации вам нужно производить много-много раз. То есть вас эта визуализация должна привести к тому, что вы реально поверите, что вы такой классный, и этот человек перестанет для вас быть каким-то эталоном, то есть он немножко опустится на пьедестале, потому что по сравнению с ним вы теперь тоже классный, и вы себя в этом убедили. Как только ваше сознание по отношению к самого себя поменяется, что? Поменяется реальность. И вы в реальности увидите то, что вы визуализировали. Если у вас очень скептически настроенное мышление, если у вас очень такой труднопробиваемый мозг, который ни во что не верит, закрытое мышление, такое тоже может быть, но это просто такая ваша особенность. Вам просто потребуется больше визуализировать, возможно, даже до месяца. Но это того стоит. Это стоит того, чтобы этот человек вас полюбил, обратил на вас внимание, вот такая работа над собой. Я думаю, что это стоит, поэтому занимайтесь, и вы увидите разницу. Следующий принцип, как влюбить в себя человека силой мысли, это представить, что этот человек в вас реально влюблен. Как это сделать? То есть вам сначала нужно вот сейчас прямо попытаться вспомнить какие-то ваши встречи в прошлом, и увидите, как этот человек, вспомнить, как этот человек к вам хорошо относился. И попробуйте прям натянуть за уши, так скажем, в каждой ситуации притянуть за уши то, что этот человек к вам относится как-то по-особенному, не так, как к другим. А вспомните ваши встречи. Может быть, вы не заметили, а он либо она смотрели на вас по-особенному. Попробуйте вспомнить какие-то знаки, какие-то приятные вещи, которые делал вам этот человек. Почему вы считаете, что это обычные какие-то вещи, и они ничего не значат? А вдруг он так проявляет свою влюбленность? Вдруг он скрывает свои чувства и старается, чтобы вы не заметили его влюбленность? Но он на самом деле в вас влюблен? Поиграйте со своим мозгом. Поймите, что то, что будет в вашем мозгу, то, что отпечатается в вашем мозгу, то и материализуется. Поэтому устройте такую игру. Каждый раз, когда вы встречаетесь с этим человеком, старайтесь замечать все его взгляды, ее взгляды, да, если это девушка, все поступки, которые показывают вам, что этот человек как-то особенно к вам относится. Вам нужно убедить себя в том, что этот человек в вас влюблен. И именно вот эта ваша внутренняя уверенность, ваше сознание, оно само позволит на уровне там, квантовой физики, не знаю, как это происходит, это случится так, что вы в реальности потом реально все больше и больше будете замечать таких моментов. Чем чаще вы будете концентрироваться на положительных моментах, которые вам показывают о любви этого человека к вам, и не будете смотреть на плохое, то есть будете полностью игнорировать нежелательное, не впускать это в свое пространство. Так будет трансформироваться ваше сознание. Таким образом, вот таким хитрым образом вы позволите себе увидеть ситуацию, в которой вы идеально подходящий этому человеку человек, и этот человек в вас влюблен. Вот таким образом можно влюбить человека силой мысли. Попробуйте, я этот способ пробовала, я знаю, о чем говорю, поверьте мне, это работает. И я уверена, что если вы примените все мои практики, вы просто офигеете от того, насколько работает ваше сознание, насколько ваше сознание точно меняет вашу персональную реальность. И это работает даже с людьми. Это не только работает с деньгами, там, да, с какими-то ситуациями, это работает точно так же с людьми и с их чувствами к вам. То есть еще раз хочу заметить, что здесь
нет никакого притяжения, это не какой-то заговор, приговор, ну, не путайте понятия, да? Здесь изменение сознания, это квантовая физика, это нематериальная реальность, это энергии мира, я не знаю, как это назвать, это просто еще наука не описала, но это уже работает, несмотря на то, что это еще не исследовано. Вот так можно влюбить человека силой мысли, если вам очень-очень хочется, чтобы какой-то человек обратил на вас внимание, то воспользуйтесь моими советами. Напишите в комментариях, как у вас это получилось и какие вопросы у вас возникли. Если вы взбудоражены этим видео и вам очень хочется попробовать, то ставьте мне лайк. Это будет ваше спасибо мне за то, что я передала вам такую ценную информацию. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы узнать о следующих моих видео на похожие темы. С вами была Елизавета Волкова и канал «Сила в мысли». Сила мысли – это реальная сила.